Северный флот – победитель чемпионата Мурманской области по хоккею. Сборная стала пятикратным чемпионом региона. В этом сезоне за титул чемпиона Мурманской области боролись 6 мужских команд. Сборная команда Мурманска, Кшор Арктика, Северный флот, Колатом, Горняк и Апатиты. Чемпионат стартовал в Оленегорске 6 ноября. На арене Ледового дворца спорта встретились команды Оленегорской и Мурманска. Матч завершился со счетом 2-5 в пользу сборной заполярной столицы. На этом же льду определили и победителя всего сезона. В матче за третье место оленегорский Горняк одержал безоговорочную победу над сборной Мурманска со счетом 8-0. В финальной игре встретились хоккеисты из Полярных Зорь и Североморска. В упорной борьбе команда Северного флота завершила сезон со счетом 6-4.